Так, и можно продолжить. Начать. Отлично. Так, это, кстати, включи на секунду и послушай мой голос. Норм, норм и норм. Сейчас проверим. Давай там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нормально. Ты пока без Диего сбегай. Никого здесь не убивай, сейчас я помню. Не, я знаю, подожди, я помню, что происходило. Тут вот пацаны, которые хотят мне дать люлей. И они это, в принципе, могут сделать, потому что их много. Но, в принципе, если их агрить как-то по одному, тогда вполне спокойно я могу им дать люлей. Но и пока нам надо идти к самому адекватному человеку из этого всего не особо адекватного лагеря, это Диего. Я буду к нему идти самым адекватным способом. На четырех лапах. Там кто-то говорит за стенкой, больше этого не случится. Хорошо, я больше не буду скакать на четырех лапах, уговорили. Диего, ты где? Я ищу тебя. Ты самый адекватный тут. Потому что ты, скорее всего, не накинешься на меня. А можешь мне броню мага типа снять? Типа, эй, я не маг, и все в таком духе. Или все равно они в меня будут влетать? А? Ты слушаешь? Понятно. Я сказал, что я отходил. А, да? Ну ладно. Ты уже пришел. Я уже не помню. Они вроде меня влетают не только из-за того, что я в балахоне мага, типа, магии пользуются. Не, они диалог в любом случае должен быть. Не, они типа, я помню, мне пацаны с тех ворот сказали, типа, эй, ты там ёшкаешься с бандитами из нового лагеря, что-то такое. Какая им разница, с кем я шляюсь? Не, на я самом вообще-то, деле... Я вообще-то присягнул к верности Гомезу. Эй! Тихо! Привет, ладно, Диего. Тихо! Я встретил Мильтона на другом конце лагеря. Тогда ага. Ты уже знаешь, что здесь произошло. А слышал ну, да. ли ты о готовящемся нападении на свободную шахту? Я вообще первый раз слышу, что такое свободная шахта, но давай. Нападение на свободную шахту? Нападение внезапно. На свободную шахту? Это долгая история. Ну блин, давай рассказывай. Расскажи мне. Долгая это история. Не первая долгая история из тех, что мне приходилось слышать. Ну хорошо. Так, дропов нет. По счастью, я оказался в особняке баронов, когда пришло сообщение о том, что шахта обрушилась. Когда Гомез услышал это, он чуть с ума не сошел. Еще бы. Тот, кто контролирует добычу руды, по сути владеет всей колонией. Верно. Поскольку источник дохода иссяк, товары из внешнего мира тоже перестанут поступать. Если он быстро не найдет новый источник дохода, на него никто не будет работать. И зачем понадобилось нападать на свободную шахту? Если быть честным, это единственный шанс Гомеза удержать власть в своих руках. Пару часов назад к свободной шахте отправили два десятка стражников. Что за свободная шахта? В новом лагере. А, это та... Ты там не был. Которую, по идее, должны взорвать, да? Или нет? Да не внизу, она там слева... Слева стороны. Ладно, короче, это безумие! Это нет, это готика! Безумие. Я должен предупредить новый лагерь. Тогда окей. Тебе нужно торопиться. Торопиться, у меня мы есть телепорт. Почти добрались до свободной шахты. Но им не прорваться через укрепление нового лагеря. А это им и не нужно. Несколько месяцев назад они нашли путь, который ведет через горы прямо к свободной шахте. Ох, сволочи. Никто о нем не знает. А что случилось с магами огня? Разве они не могли всех зажарить? Огня. За хрустящие Тарин курочки. И остальные маги оставались единственными в лагере, кто сохранил рассудок в подобной ситуации. Они запретили нападать на свободную шахту и потребовали связаться с двумя остальными лагерями. Ну, правильно они сделали. Запретили Гомезу нападать на свободную шахту. Ну да, Каристо не должен был быть настолько самоуверенным. Гомез перестал доверять магам и предательски убил их всех. А, Гомез их перемочил. Ах, сволочь такая. Так, ворота закрыты, перед ним стоят стражники. Ворота перед закрыты, ними. И перед ними стоят стражники. Что делать? Держись от них подальше. Они убьют да, всякого, все поспрашивай. Кто подойдет к лагерю. Ну да, они он сейчас боятся, мне все расскажет. Что кто-нибудь захочет отомстить за нападение на свободную шахту. А, на отомстить? Ну блин, я не похож на того, кто может отомстить за нападение за свободную шахту. Что с Мильтоном будем что теперь с делать? Мильтоном теперь собираетесь делать? Что мы собираемся делать? Мы еще немного делать? Побудем здесь. Нужно предупредить наших друзей, чтобы они не наткнулись ненароком на стражу. Ты бы мог оказать нам услугу. Давай, что надо делать? Считаю, что все уже сделано. Считаю, что тебе надо? Ха-ха! Парень рубаха просто. Нужно? Разыщи Лестера и Горна. Лестера и Горна, нужно окей. Нужно рассказать им о том, что здесь происходит. Скажи им, что мы четверо встречаемся там же, где и всегда. Если я найду их раньше, чем ты, я предупрежу их и отправлю вам навстречу. Спасибо, друг.
Ты отличный парень. Ха-ха. Надеюсь, мы встретимся. Лестерн и Горн, да, Горн вроде новый лагерь, Лестерн, кто это вообще, такой? Ладно, как могла обрушиться старая шахта? Внезапно. Да, с наркомана один. Тогда ладно. Он помогал тебе, помнишь? В поиске юнитора. Дойди до лагеря. А, юнитора, окей. Вода хлынула в шахту, сломалась одна из подпорок, и верхний уровень обрушился. Вода? А, затопила шахту. Людей. А орк уцелел в шахте или нет? Так, кстати. Береги себя. Насчет обучения, Диего, подожди. У меня 60 очков обучения, чем мне надо от тебя? Сила 50. Не, хотя силы мне вроде хватает. Я бы ману еще повысил на пятерочку. Но он тебя не повысит ману. Я знаю, это плохо. И повысил бы этот уровень. Блин, а как я магию повышу, если маги сдохли все? Все нормально, видишь, маги в этом лагере. А, наркоманы, да. А в новом лагере. Перебей всех пацанов. Да я не смогу их перебить. Сможешь, огненным шаром. Так они, их там, во-первых, раз, два, три, четыре головы. Я их перебил. Стражник ворот, Бладвин, стражник. Ну блин, но ты учитываешь, что это ты был, а это я. Чувствуешь разницу? Их там пять, кажись. Как-то одного бы выманить, а ну-ка луком давай. Хотя вряд ли. Там просто, главное, чтобы Диего на них не напал, то он их перебьет всех. А, и они меня стреляют. Не, они меня стреляют, загрузочка. Не получилось! С лука их не убивает. Ладно, тогда у тебя есть какое-нибудь животное превратиться, в какое можешь? Чтоб пролезть? Ну да, просто там много лута полезного. Ну одного я почти убил. Если я смогу от них убежать и вернуться назад, чтобы они типа они стоят по местам, и я тогда их перебью, тогда да. Тогда я их перебью, скорее всего. О, один ко мне бежит, такой молодец, удалец. Никому, кроме меня. А, и он мне ману сбил, сволочь! Нечестно! Нечестно сражайтесь, ублюдки! Там дядя скидку! Диего там еще их не поубивал. Да, проваливай! Проваливай, мне говорит. Ну-ка, давай, иди сюда. О, ты по воде будешь идти, молодец! Хотя как это, он же в воде, и он горит. Одного из наших. Ты убил одного из наших? Каким? Когда? Короче, читы! 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 Не ожидал, что я буду обучен читам? Сволочь такая! Убить его нахрен! Тогда бей уже мечом. Я пока меч достану, но он меня быстрее добьет. Так, хорошо. Пацаны! Меня обучили темной магии. Она убивает всех, не тратя ману. Не ожидали такого? Вот я тоже не ожидал, что буду этим пользоваться. Так, энергия. Меч. Ты, кстати, живой еще? А, ну да, отлично. Очень, очень богатый парень. Зато есть яблочко. Бесполезное. Так, там парень какой-то в меня вроде хочет влететь, но что-то с ним не так. Вы тот пацан, который тебя предупреждает корком, можно ко всем повлетать. Короче, все сейчас пацаны, влетай на них. Почему? Ну, почему бы нет? Ой. А, типа на меня перманентно будут влетать? Ну да. Ну, блин, я не знаю, почему мне на них стоит влетать. Ну, если только опыт. Ну, опыт. Да там же монстров до хера. Не, ну просто они тебе будут мешать постоянно. Не, ну это понятно. Так, сколько там ваших осталось? Двоих вроде перебил. С левой стороны тот, который стоит, убей его пока что. Ну, возле входа, который тебя предупреждает, или его нету, вон, посмотри. А, возле входа в землю орков, да? А, и проверь, кстати, будет он влетать, мне тоже интересно. Да. Почему бы нет? Причем с арбалета вроде. А, ну все, убивай его тогда. Блин, сбивает мне ману. Да блин, он меня сбивает, сволочь. Да подбеги его так, расколопай. Нет, тут дуэль. Спартанская дуэль. О, хорошо. Да, 10 уровень. Ну забери. Тут... Хоть арбалет, наверное, сейчас заберешь. Или не... Ну, не, да, не факт. Да, забрал. Я, получается, его завалил, да? Ну да. Они сейчас не будут падать, потому что они врагами твоими считаются. Ха-ха! Я могу менять историю! Убивая пацанов.
Так, ну давай тогда зелька еще сбахнем одно. Пойдем дальше, к воротам. А где пацаны? А, мы появились. Так, стражник, который был тут добитый. Вот мы сейчас его добьем. И сразу следующего. Так, следующий. Тот тип, который, кстати, у тебя денег платит, просил. Так, козел, не сбивай мне магию. Блюдок, мать твою. С арбалета, наверное, точнее, так вот как-то вот выглядит так. Или он с лука стреляет? Я не знаю, что он стреляет, он попадает и сбивает мне магию, козел. А ну-ка давай. Да блин! Ага. Парень, подожди, зельки. Меч воина валяется. Он с лука. Почему ты так попадать не можешь, мне интересно. Не, он с арбалетом, каким луком. У него арбалет. Не подходи ко мне, хуже будет. Не подходи ко мне, сказал. Кстати, этот жирный. Понимаешь? Это жирный. Это, кстати, не умирает. Этот жирный стражник. Этот не умирает. Кстати. Да ладно, пофиг, можешь убить. Да не. Хотя он, наверное, отреспится, да? Не, это ну у него. Стражник. В смысле отреспится? Это же просто стражник, они, наверное, отреспятся. Ну он без имени, да, плевать вообще на самом деле. Можешь убить, можешь не убивать. Твое дело. Конечно, убить! Тот, кто стоит на моем пути, будет лежать в крови. Ха-ха-ха. Что тут происходит? Ты там тоже в крови уже весь. Стражник, забрать все. Ух, кто-то там уже влетать на меня готов. Ну давай, давай, ты ж ходишь кусочек меня. Ай, он меня бьет. Он меня бьет, кстати. Ты его тоже можешь побить, чего уж тут. И у него лучше это получается, чем у меня. Ты шар... О, не на шаром попробуй. Ща. Решил так? Я могу его через стенку добить. Ха-ха! Наверное, еще залутать его можно через стенку. Меч судьи. Ага. А пацана залутать, нет? О! Можно. Нет, я видел, можно было. Сейчас, сейчас, тихо. Давай, давай, давай. О! Отлично! Арбалеты там набрал. Фу, пацаны, где же были раньше? Так. Залечить раны. Подожди, куда мне сейчас надо? Мне сейчас надо в два лагеря бежать, да? Да, телепортнуться тебе просто надо. Лестера и Горна. Ты вначале, говорю, зайди внутрь. Как я туда зайду? Жучком или кем-нибудь, или стрекозкой, что у тебя есть, вернее, не стрекозкой, а шершнем. Что у тебя осталось из магии? Жучок, кстати, есть. Давай проверим, сохранись. Местный жучок есть. Сохранись, сохранись, пошай. Кстати, да, этот пацов еще перебил. Не, ну жучком я тут 100% пролезу. Не факт. Да, должен пролезть. Не, ну как, визуально да, но... Типа тут, может, это так сделано, чтобы нельзя было пролезть. Так, семерочка. Трансформация в мясного жука. Погнали. О, стражник валяется тут. И пролазь! А, лебедка, взаимодействовать. Сволочь, он не пролазит. Ну да-да, старый читерский способ. Просто в упор подойди и нажми... Ну, в упор подойди и нажми просто появиться. Да, он появится сзади. Как оно там правильно называется? Сквозь этот пролезет, да. Да, вот стражник валяется мертвый. А, окей. А я там сейчас все в меня будут влетать, да? Да, поэтому лучше как-то... Я не знаю, как тебе... О, пацан какой-то убегает. Ну сейчас и рудокопы тебя боятся. Тут же, типа, по идее, ты не должен появляться. Короче, ну, да, да. Мне надо во внутренний круг забежать, да? Да, да, да. Главное, чтобы Торрес на тебя напал, потому что он бессмертный. Тут много бессмертных пацанов, так что смотри. Ну, как... То есть им даже урон не будет наноситься? Не будет. А черт! Ну тут я же говорю, это рано тебе сюда идти, как бы. Ну да тут тогда пропадет. А ты куда убегаешь? Опыт плюс 50. Опыт никто не отменял. Давай мне свои шмотки. Ля-ля-ля-ля-ля. Классно, что у тебя противники, которых можно пинать. Не, наверное, лучше буду мечом всех распинывать, чтобы не подбегали все. Конец тебе, пришло время. Так, скати! Кирга тут тоже получай по лицу. Только не убиваю хотя бы Кирга, он хороший. Ну да, он мне там пивка предлагал выпить. Я вот все, вас позабираю, чтобы меня не атаковали. Да, они будут тебе кулакам потом бить. Ну, они не будут мне наносить такой урон, как через. Как арбалетом, например. Ну, оно очень тупо выглядит, понял, они тебя такие бьют. Что у тебя там из животных осталось? Мясной жучок. Что-то есть. Мясной жучок еще есть? Не. Фикс убежал. Я видел. Кротокрысы и маракарис. Не-не-не, тут не надо. Все равно будут взлетать.
Ну я жуком, я даже не помню, где-то я проползал. Стрекозка через забор просто перелетел. Забор этот пологий. Вернее, он не пологий, как раз он... Фингерс тут бегает. Так, этот пацан бессмертный. Какой? Торус. Торус, да. Можешь на него и не... А как мне тут пройти? Просто пробеги быстренько мимо него и все. Тебе надо... А, здесь. Вот черт. Да. Все так просто. Загружайся, загружайся. Короче, да, тут не пройти. Ну и хрен с ним. Не, пройти можно. Ладно, насрать. Мне надо вообще куда? Да потом успеешь, подожди. Давай сейчас заберешь шмотки. Какие шмотки? Классные. Ну там, короче, руны валяются у магов. Я ж тебе говорю, забери их. Я сейчас прям сквозь текстуры пройду, наверное. В смысле? Ну, ты сейчас должен это видеть. Не, он так вряд ли пролезет. Ну почти уже получается. А ну давай. Вер... Мой любимый прыжок. Мой любимый прыжок веры. Нет, не этот. Оп! Нет, он меня назад откидывает. Ну, блин, придется в жука превращаться. Или в кого-нибудь. Тут у меня кротокрысы, кстати, два. Давай. Мне надо сейчас-то будет опять превратиться, да? Да. Я не помню, как я залез. А-а-а, кротокрыс не работает, окей. А ты до конца пролез? Да. Вот, ну и подошел я. Он такой, оп, нет. Надо, наверное, мелким каким-то объектом. Вот. Местный жук помог. Так, куда мне бежать-то надо? Да вот я вспоминаю, как тебе попасть туда внутрь. Так. Оп! Паркур! Только учитывай, что у меня кротокрыс и маракарис остался, и все. Это понятно. А ну, посмотрите с правой стороны. Возле стенки. Ну ты сейчас не видишь, там пацаны на тебя уже влетают. Я вижу там. Ай, больно. Тут какая-то. Да-да-да, вот я тебе за это и хотел сказать. Опа, я даже залез. Это вот одна из тайных таких мест. Для можно подходящий ключ. Не можешь, да, пройти? Сволочь. Попробуй еще раз кротокрысом, если такую же фигню проделал. А, через стенку? Окей. Да. Но я говорю, самое простое, конечно, шершнем. Я банально... Но его нет просто сейчас. Я шершнем просто перелетал через все заборы, что здесь были. Интересно, он там перелетит вообще? Да, легко. Опа. Получилось? Да. Готов идти и карать. Сохранить. Мне надо будет еще назад как-то попасть, понимаешь? В этом-то. Сохранить. У тебя же телепорты. А, ну да-да-да. Окей. Просто... засейвиться, пожалуйста. На самом деле, ты все равно потом бы сюда попал, но тогда просто эти рунки бы уже не имели смысла. Стоп, нет, я не попал. А, да, не попал. Я развернул в другую сторону. Для этого черт. Ну, у тебя еще... Видимо, не туда, не так. Еще одно животное осталось. Попробуем. Где оно тут? Маракарис. Самый маленький тут. Сейчас какой-то махина, блин. Давай. Как он атакует? Лапой. Да, блин, он туда пролезет хотя бы туда. Та-та-та-та-та-та-та! Нет. Ах, насрать, погнали. Куда мне там? Блин, это так обидно, что ты туда пролез. Болотный лагерь, давай. Да хрен с ним. Ну купи там шершни хотя бы. Просто потом будет не актуально. Там много лута, просто валяется на полу. С трупов магов? Да-да. То понятно. Пора за это выпить. Вот что я думаю. Эх, хорошо-то как. Или я жуком, понял, пролазил между решеткой, а потом пролазил, ну, та, вот эту ту же самую штуку делал. Ну, по-моему, в решетках просто пролазил жучком. Так, кого мне надо найти тут? Лестер. Он на входе, скорее всего. А ЧП должен быть на входе, да? Ну, скорее всего, он на входе будет, да. Четыре лапы. Четыре лапы. Оп. Так. Ты Лестер? Ты Лестер? Нет. Где Лестер? Мне нужен Лестер, у меня для него письмецо. Черт, никого нет. Не, если бежать туда, где он был, то далеко сильно валить. А где он? Ну, где они там тебя бросили. В смысле?
Ну, где-то юнитор искал, далеко сильно валить. О, нет, очень далеко. Да даже не в этом лагере. Да это в жопе. Это понятно. Так, идол. Проснись! Проснись? Закончить! Ты кричишь мне проснись, я тебя кричу закончить. Мы друг друга понимаем. Все отлично. Иди к магу, сходи, посмотри, что у него купить можно. Сейчас же все-таки новая глава. Кстати, да. О, у него, кстати, деньги отрезались. О, продажа, продажа. Блин, жалко только в этом. В старом лагере напродавать говна нельзя. А пацаны все враги. А потом станут друзьями, да? Опять? Типа, ой, прости, мы были неправы. Ты о чем? Ну, о старом лагере. Ну, почти. Что-то они теперь кричат, проснись. Я хочу. Одна руда, да ты издеваешься, что-то у него ничего не отрисовалось, и карты у него остались мои. Не, посмотри магию. Все говно у него осталось. Превращение в ворочью горчую, ярость какая-то. Пирокинез. Контроль, кулак ветра. Ага, вот. Пирокинез можешь взять. По идее это поджигало. Местные жуки, давай местных жуков, стоп, нафиг, телекинез. Ползуна нет, шершни всех давай. Полезная штука. Пирокинез можешь купить. Сейчас сон. Пирокинез, свет, исцеление, огненная стрела, огненный шар, страх. Бойся меня. Что-то у меня тут как-то все в разброс. Пирокинез на жопу. На жопу похоже. Так, что-то у него еще есть. Шнык, местный жук. Давай местный жук весь. Ты что? Ты меня не понял? Одну штучку купил. Мне нужно больше жучков. Так. Меч, топоры, на тебе все. Ой, стоп. Что-то как-то топоры слишком хорошие для тебя. Давай, у меня там говна полно. Давай я тебе вот это все оставлю себе, да? Ты ж не против? Вот куча всякого говна. Так давай мышкам, колесиком. Горн, короче, быстрее. По-моему, в этом, в новом лагере остался. А вот Делестер, мне интересно. Серп. Дубинка. Топор. Ой, давай это все. Вот, наконец-то продам его всякое говна. Всякие топоры скелетов. Катеры. Мечи там. Не, стоп. Лестер, по-моему, все-таки остался в этом. Скажи. В лагере? Не, он не в лагере, а... Там, где он мне помогал, типа, юнитор. Он там же что-то изучает остался. Он там поостался, там, по-моему, тебе штукарю подадут и все. Если ты туда прибежишь, ну. Блин, туда бежать далеко через эти земли сраные. А потом, если что, там все равно будешь бегать, забежишь. Так, парень, что ты мне можешь дать за просто так? Зелька. Да. А я тебе еще докину что? Ничего. Могу тебе докинуть руды. У меня, кстати, руды до хера. Давай, торговать. Так, нужен еще торгаш. Мне надо продать всякого барахла еще больше. Я, конечно, понимаю, что здесь инвентарь бездонный, но все равно. Мне неприятно, когда у меня куча барахла валяется. Так, торгаш. Здесь кузнец, кажется, торгует, я помню. Или не кузнец. Здесь кузнец его. Не торгует. Торгует только наркоманы, и он, по-моему, косичками только торгует. Тут послушник помогает ему, ну да. С торговцами как-то у вас не задалось, как я погляжу. Портайся, короче, в новый лагерь. Я понял. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Жалко, говорю, ты что, не пофармил. Да хрен с ним. Так как это? Ну, у тебя есть... Маги воды! У тебя есть жучки, можешь пофармить. Кстати, перекинез взял, нет? Опа, нет, не взял. Опа, что происходит? Рад, что ты вернулся. Ну, поговори с Горном, что ли. Ага, нас спасило большое несчастье. Дай-ка я угадаю. На свободную шахту напали стражники из старого лагеря. И никто не видел, как они подошли к лагерю. Появились. Ну да. Постой. Как? Ну, конечно. Ты узнал об этом еще в старом лагере. Капитан Луси, очевидность. Прибыл сюда незадолго до тебя. Что заставило Гомеза пойти на столь агрессивный шаг?
Он должен отдавать себе отчет в том, что этот гнусный поступок станет причиной войны. Старую шахту залило водой, и она обрушилась. Старую, о боже мой! Залило водой, и она обрушилась. Обрушилась. Конечно же. Это проясняет дело. Это все объясняет. Мы загнали Гомеза в угол, и теперь он опаснее, чем когда бы то ни было. Ему нечего терять, и он пойдет на все. Ты ладно, не нервничай. Он еще магов огня убил, между прочим. Гомез расправился с магами огня. Убил их? Убил их? Но во имя Бельджара, зачем ему это понадобилось? Зачем? Они просто так. Они против нападения на свободную шахту, против Гомеза. Тогда все мы обречены. Без этих шестерых магов мы не сможем контролировать магическую силу при взрыве Железной горы. Тогда все мы обречены. Без этих шестерых магов... А почему ты говоришь два раза? Ну ладно. Несмотря ни на что, я благодарю тебя за скорбную весть, которую ты, невзирая на опасность, принес в нашу обитель. За помощь вам меня изгнали из старого лагеря, сволочи! Вам меня изгнали из старого лагеря. Ты больше не принадлежишь к старому лагерю? Ну да. Тогда добро пожаловать к нам. Добро пожаловать к нам, но я не против. Теперь я принадлежу к гильдии магов воды. Означает ли это, что теперь я принадлежу к гильдии магов воды? Пока еще нет. Нет? Да какая прежде клятва? Ты должен принести клятву воде. Я там уже столько всего сделал. Клятву огню. Это не значит, что ты должен нарушить старый обет. Я не понимаю. Твой обет просто расширится, и ты станешь магом сразу. О, маг двух стихий. Давай, я готов. Ты аватар. Я аватар! Давай, соберем всю магию вокруг себя и принесем мир в эту планету. Ой, в этот мир. Ля, реально аватар, кстати. Отправляя к магам огня, ты упомянул кое-кого. Отправляя меня к магам огня, ты упомянул кое-кого. Ну, я надеялся, что мы справимся и без его помощи. Без его помощи. Судя по тому, как развиваются события. Кто он? Хорошо. Много лет назад. Далекой галактике, да? Итак, когда все мы, 12 магов, создавали магический барьер, наша сила направлялась и контролировалась 13-м. А, 13-й маг. Я думал, у вас была только дюжина. Большинство из тех, кто не застал основание колонии, думают ну, точно так же. Ну, избранный. Руководил нами. Смотрел фильм этот? Это избран про избранного. Мы разделились на круги огня и воды. Но он погинул старый лагерь, который когда-то был единственным лагерем. А, комедия, которая... Да, которая комедия. Я, правда, не знаю оригинального названия этого фильма. Я смотрел только в смешном переводе. И там, где баба мужским голосом кричала: «Chosen one! Chosen one! Избранный!» Так, как зовут 13-го мага? Как зовут этого 13-го мага? Йо-хо-хо, мадафака. Его имя Ксардос. Ксардос, о боже едва мой. Едва ли сейчас кто-нибудь помнит о нем. А те, кто помнит, называют его не иначе, как некромантом. Некромант, повелитель демонов. О боже мой, а почему он покинул старый лагерь? Покинул старый лагерь? Он начал изучать магию, позволяющую призывать магических существ. Нежить. Гомес был не единственным из тех, кто начал беспокоиться. Большинство магов выступило против Ксардоса и его нечестивых экспериментов. И что было потом? В отличие от мясника Гомеза, Ксардос решил избежать конфликта и просто ушел. А где этот хмырь теперь? Он живет в уединении в своей башне посреди земель орков. А, посреди земель орков? Ну, мы к нему слетаем. Пчелкой. В самой южной части колонии. Ок. Я сгоняю к нему и попрошу Я помощи. Я отправлюсь к Ксардосу и попрошу его о помощи. Он единственный, кто теперь может нам помочь. Он единственный, но если ну класс. Если он не знает способа или не захочет принеси помогать... Принеси давай. Захочет. Да, сейчас. Клятву дурацкую. Есть другая проблема. Другая проблема? А какая проблема? Проблема? Да. За прошедшие годы мы несколько раз пытались связаться с Ксардосом.
Похоже, он не хочет, чтобы его беспокоили. Что это? Да зачем он там сам занимается? Никто из гонцов не вернулся из его. Никто из гонцов не вернулся из башни, но класс. Тебе придется найти способ, как обмануть его создание. Это его должно создание? Быть забавно. А как пройти мимо этих созданий? Этих тварей. Если бы я знал, то непременно сказал. Ты себе знал бы, не сказал. Класс! Советую тебе. Лучший советчик. Ответ в нашей библиотеке. О, библиотека, давай сгоняем. Да ты там уже все потырил. Есть упоминание о сильных и слабых сторонах. Окей. Это была библиотека? Я перерою всю библиотеку. Я перерою библиотеку. Я уже ее перерыл. И продал все, что там было. Так, я готов принести клятву, мадафака. Давай. Верный служитель огня. Музыка, которая перекрикивает голос пацана. Повторяй за мной слова клятвы. Это будет слова клятвы. Я клянусь. Я клянусь, да. И силой священной воды. И силой священной воды. Давай быстрее. Знания мои и поступки мои с этого дня и во веки веков будут едины с водой. Что знания мои что знания мои будут служить в воде отныне, ля-ля-ля-ля-ля. Давай дальше. Едины с водой. До тех пор, пока тело мое... О боже, давай перемотаем это слишком долго. Ты объединил, ты связал воедино... Так прощелкивай. Кошка, уйди. Так пусть же жизнь твоя послужит знаком... Да-да-да, знаком. О, деяние. Знак... Эй, я теперь голубой. Что за хрень? Нет, дайте мне мою броню. А, это круче. Ну, черт. Ты можешь сейчас, по-моему, купить еще круче. У него же? По-моему, у него же. Проверь. Чувак, я не хочу быть гомиком. Давай мне нормальную броню. Во имя... Да, облачение высших магов воды. Давай сюда быстро. Я хочу... Твое время еще не пришло. Твое время не пришло? Как это? Как? Ладно, ты будешь моим наставником? Наставником. Тебе предстоит многому научиться. Приходи, когда будешь готов. Я готов. Четвертый круг магии. Я готов. Я готов. Ты Так, пятый круг магии, подожди. Надеюсь, ты вернешься. Подожди. Сколько у меня очков? Не хватает. А, твою налево. Там вроде 40 надо. Так, хватит книжку читать. Почему? Да. 40, 35 хватает. Ой, 30, да, даже 30, по-моему. А, 30? Так что, делать пятый? Как думаешь? Да, хватает. Во-первых, броню дай. Броню он тебе не даст. Даст. Ну, давай. Так, отлично, я теперь мега крутой пацан, осталось закупить магии. Ну, а это будем делать в следующей серии, так что переключайтесь на нее, и мы продолжим уже, несомненно, там.